Привет всем, это Корни ТВ, и сегодня я вам покажу, как поменять фары, снять на Fiat Doblo второго поколения. Погнали! Кто смотрел мои прошлые видосы, я говорил, что закажу фару новую, точнее две. Вот такая вот, правда китайская, но с виду вроде бы ничего, пойдет. Так как одна фара у меня желтая, это я купил на разборке, точнее заказал по почте. Думал ее полирну, но не отполировалась. Ну, это родная, которая стояла здесь. Для начала открываем капот. И откручиваем решетку. В принципе, можно, ну да, решеточку вот эту. Под звездочку. Откручиваем звездочкой вот эту ресничку. Так, и чтобы снять вот эту ресничку, здесь она держится на фиксаторах вот таких вот. Их надо отщелкивать. И так же само снизу. Просто надо... Давайте еще открутим этот болт фары. Фара чуть-чуть будет двигаться. Мы увидим эти защелочки и оттуда их отщелкнем. Где-то тут еще. Отвёрт дать доску. Потом вот так вот дергаете. И там вот есть фиксатор, и он упал туда. Вот эти защелки. Две. И третья сбоку, то, что уже так видно было. И вот эта маленькая защелочка тут есть пластмассовая. Она держится, фиксирует, грубо говоря, в этом отверстии крыла. И когда вы вынимаете, она падает. То есть вам надо будет или подкрылок открутить, ну, достать отсюда. Так, берем вот такой удлинитель. Соединяем, головка на 10, и один болт мы открутили, и еще снизу вот есть два. Если вы не хотите, у вас нету длинного ничего, то вам придется снимать бампер. Это откручивать здесь звезды и снизу еще 4 болта и вынимать. Но если есть такой инструмент, то он, в принципе, сюда нормально подлазит, и вы откручиваете.
желательно еще магнитик взять какой-то. Вот такой у меня есть магнитик уже поломанный, чтобы держать гайку. Та-дам. И так же само с этой стороны. Головка у нас ушла. Достаем уже фару. Здесь отверточкой фиксатор подгибаем. Стопорный. Фиксатор. Вот он. Ну, или приподнять. Ты все руками закрыл. Достаем и отключаем фишку. И вот фара у нас такая. Ну а когда уже достали фару, вы можете там поискать вот этот фиксатор и головка. Вон она лежит, можно достать в принципе. А тем временем за кадром. За кадром, блядь. Надо было так и уронить. Поделитесь своими впечатлениями. Да. Когда говорил, надо снимать бампер. Не надо тут снимать бампер. Просто надо было на головку жвачку прицепить вместо магнитика. Уточните, на какую именно? На 10 головку. Мощнейшая тряпочка. Придется бампер отключить чуть-чуть. Есть еще один способ не откручивать бампер. Открутить туман. Мы легких путей не ищем. Сначала разберем бампер, чтобы его потом снять. Эту манку надо было все равно подровнять. Не клюет. Не клюет. Так,
достаем фару и сразу желательно перекинуть все лампочки, так как потом будет неудобно. Снимаем вот эти чехлы, заглушки. Прокрути ее, походу она залезла. Попробуй подкарнуть. Итак, что у нас тут? Габарит у нас тут есть? Или нет? Есть. Да, габарит есть. Мы его оставляем. Теперь берем ближний свет. Отгибаем пружиночки. На той стороне вообще не падает. И убережненько вставляем сюда. Шляпа китайская. Чего? Она так нормально не ложится сюда. А ляжет сейчас. С крепежами поаккуратнее. По одному надо. Но все равно она как-то не плотненько легла, как там должна быть. Китайская фара. Так, это есть. Как на операцию органы пересаживаем. Ну, это нормально. Здесь легла. Так, теперь надо корректор переставить. Его прокрутить надо. А, нет, да. Прокручивается, но надо сначала фишку сделать. Так, а теперь надо его с фиксатора этого, да, достать? Mm-hmm. Вот корректор. Здесь мы откручиваем вот эту штуку и достаем и вставляем вместо него. А, ты смотри, может быть корректор недостаточно выдвинутый, не с первого раза шарик. Я думаю. Итак, ребята, короче, получилась проблемка с этими китайскими фарами и с корректором. Получается, корректор, у него есть такой шарик, который заходит в этот паз, и потом он уже корректирует фару. Получается, вот эта китайская пластина, она вот стоит под вот этим отверстием. Она сильно сжата и размерчик маленький. И получается, этот шарик с оригинального корректора, он сюда не вставляется. Пришлось открутить старый шарнир, вот этот крепление, и он зашел легонечко и спокойно.
Вот он стоит, корректор. В принципе, можно уже устанавливать фару обратно. Слышишь, а если сюда, блин, ледовскую лампу поставить, она не влезет, мне кажется. Какая ледовская? Ну, ледовские с моторчиками вот эти. Ты имеешь в виду ксенон? Ну, не ксенон, а лед фары. Ну, я видел, ну, дырки режут вот тут еще потом, да, короче. Ну, это, блядь. Подожди, а ледовские, которые с охлаждением, типа, вот это все? Да. Не, ну тогда да, тогда придется там колхозить крышку. Так что старые не выкидывай, оставим всякий случай. А старые такие же самые, что-нибудь. Я про то план, если колхозить надо будет. Не. Итак, вставляем фишку. С усилием. С усилием, да. Это Китай чуть-чуть с размерами. Нажми на аварийчик посерединке там. Завода, глянь, вообще завода, так? Блестят. Так, ну и прикручиваем пару. Ты фотку сделал бы, настал? А, нет. Нету этого. Вот такой обоймы железной. Какой обойма? Ну, вот видишь, на креплении есть обойма. А, Китай, типа, экономия. Пластик не лопнул. Ну, можно положить шайбу. Плотнее. Не хочу я потерять. Есть контакт. Или нету? Тот? Да. Чуть-чуть не тот. Под решетку посмотри. Или вот там, на бороде. Посмотри на жабо. Один есть. Теперь бронепленка надо. Да есть, завод.
феном ее чуть разладить. Не хочет? Ты сейчас резьбу не сорвал? Да, не сорвал. Привет. Так, и второй. Ну, болты разные. Видите? С чем? С толстороны типа имеешь в виду? Ну да. Ну, тут он наживился, но вот потом он крутился уже. Очень плохо. Это, в принципе, не должно так быть. Ну, так вот будет. Файл за файлом. Можешь перекручивать? Может, на резьбу просто не попадает? Ну, нужно оживляет, а потом сейчас со средины уже начинаю приколы травить. Не поджимал сильно пока. Еще же вверх надо плюс-минус выставить там. А там же нету. Ну же нормально, она круглая. Так. Вот этот фиксатор мы его достали. Вот такая вот штучка. И ставим его. Защелк у нас. Тут защелк у нас. И прикручиваем.
все, фара подключена. Было пару косяков, но в принципе тут не сложно. Как бы. Открутили решетку, открутили ресничку. Здесь можно фару сразу открутить. И отщелкиваете ресничку, и там уже два болта откручивают и снимают фару. Ну и приступим уже ко второй. Быренько ее снимем, поменяем. И будет концовочка. Погнали. Прикрутили. Здесь получается у меня маленький зазорчик, но это надо поиграться с телевизором, так как она в эту сторону была, был удар, и зазор все-таки чуть-чуть есть. Ну и самый главный момент, снимаем пленочку. Так, ты что, красота. Давайте с другой стороны тоже. Съела она чуть-чуть. Нульц прям. Ну и вот для сравнения еще вот старая и вот новая. Конечно же, свет будет лучше светить через новую. Та уже замотованная. Это, конечно, смотрится уже четенько.